Друзья, всем привет, с вами Гром, вы на канале Гром Плейс. В этом видео посмотрим на такого малопопулярного персонажа, как Теризла. Уверен, многие из вас даже с ним еще и не сталкивались никогда за все время игры. С этой метой, шметой, все играют за всяких разных популярных персонажей. За таких персонажей, как Теризла, играть никто не хочет. Может, просто не знает про их существование. Ну, в общем, не суть. Поехали, посмотрим, разберем. Неплохой персонаж, по крайней мере, для игры на эпике. Сейчас я на этом аккаунте катаю на эпике. Хочу также до конца сезона добить Легу. Вот, играю за Теризлу. По навыкам вкратце. Первый навык дает разлом по земле. При попадании в первую цель дает на нее типа проклятие, которое через определенное время срабатывает, наносит дополнительный урон. Также при попадании по врагу дает ускорение для Теризлы и замедление той цели, по которой попала. Но это в процессе еще наблюдать и буду делать замечания, если чуть-чуть. Так, второй навык — это три удара. Три удара с размаха молотком. Неплохой такой урон по области. И сам последний удар, третий, самый сильный. Ульта, это тоже микроконтроль. Ставит вертушку по области, и та замедляет врагов и стягивает их к центру. Ну, в общем, по ситуации будем смотреть и все буду рассказывать. Играю за Теризлу как в роум, так и на соло лайн. По-разному, по ситуации. Нужен танк — беру маску. Не нужен танк — то есть не маску, сапоги для роума. Раньше была маска, сейчас, кто не в курсе, переделали на роум сапоги, чтобы маска не занимала отдельный слот. В общем, если надо танка, беру Теризлу в роум, если нужен боец, беру Теризлу на лайн. То есть просто практикую его, интересный перс. За счет его пассивочки очень сильное уменьшение урона, чем меньше здоровья, тем меньше входящего урона. Но тут еще будут моменты по чудесам выживаемости. Так, давайте посмотрим. Маны, в принципе, хватает. Сборочку дам чуть позже. Так, вот здесь сейчас, по-моему, будет момент. Вот сборочка. Играю на этой. Что в роум, что на лайн. Без разницы. Играю на этой сборке. Пробуйте, пожалуйста. Вот здесь сейчас. Просто высший пилотаж. Кривизна моих рук оставляет желать лучшего. И Пакета делает даблкил. Офигеть можно. Ну так, нормально, бывает. Играю не профессионально, не киберспортсмен. Мой основной ранг — легенда. То есть максимальный ранг, кто не в курсе, миф 3. В основном играю на легах. Играю в удовольствие. Осваиваю всяких разных персонажей. То есть можно сказать, играю за всех. Кто играет на миф славе, на мифе и выше, то есть там ребята, они больше заморочены на точечную игру, играют по узким квалификациям в основном. То есть я играю на всех. Ну и делаю обзорчики между делом, для тех, кто не в курсе. Так, вот так работает. Третий, второй навык, между прожимами также можно автоатачить. Так, чудеса выживаемости будут, на это замечание сделаю отдельное. Так, что здесь? Зелонг. Так, тут, кстати, момент еще будет с первого навыка, как добивает постепенный урон. Ульту не жалеем, перезаряжается быстро. Так, ну все, тут вроде ничего не происходит. По сборочке, друзья. В сочетании с пассивкой уменьшение урона до 35%. Чем ниже уровень здоровья, тем сильнее уменьшается урон. То есть чем враги сильнее бьют Теризлу, тем ему меньше больно. Но суть в чем вообще? Персонаж мало знакомый на низких рангах, редко его встречают, не знают, что делать. И играю я по тактике, по схеме, когда в роум. Стараюсь провоцировать удар на себя, то есть не лечусь до полного хп, бегаю наполовине, то есть маячу перед врагами, чтобы они начинали во меня прожимать всяческие кнопки, терять навыки, и какой-нибудь союзник из-под меня атачил. То есть вот сейчас, по-моему, будет момент, да, где-то скоро уже сейчас будет драка. Так, смотрим, стягиваются по карте враги, Мия, Пакита, Циклоп, все стягиваются сюда в центр. Тут же и Хилос, огромная толпа людей, у меня половинка здоровья. Покупаю топор, ульту прожал в молоко. Вот здесь
И сейчас уже будет такое вот Пакита. Думает, у него здоровья много. Атакует. Здесь Ципа также. Смотрим. Бах. Таизлу бьют все, никто его не боится. Урон вообще не проходит. Смотрите. Ципа просто в молоко прожимает кнопки. Вот здесь момент. Раз. Чудеса выживаемости. Обратите внимание, сколько здоровья. И был момент. Заразил Циклопа первым навыком по протяжению небольшого количества, через небольшой промежуток времени у Циклопа сработал взрыв от первого навыка Таризлы, и тот умер. Очень интересная штука, когда враги убегают на лоу хп, даешь им вдогоночку первый навык, и они сами не понимают, почему они умирают. Ну вот именно на низких рангах. На высоких рангах все знают за каждого героя, и все как бы примерно представляют, что от кого ожидать. А вот именно на низких рангах, на эпике, играя за таких за редко играбельных героев, типа Таризлы, очень классно себя ощущаешь. Потому что элементарно враги не знают, вражеские игроки, вражеские герои, они просто элементарно не знают, что за персонаж, что от него ожидать. Готовы все кнопки пустить в персонажа, то есть в меня, и ничего не происходит. Самое интересное, играю что в ROAM, что на соло лайн с одной и той же сборкой, и причем нормально себя чувствую. Вот здесь просто кидаюсь во врагов, один в двух айдора в кустах, провоцирую их на атаку себя, они как бы ведутся, и благодаря этому айдора забирает двоих. Ну как двоих? Двоих вот сейчас где-то второго, а вот он пакетос, на пакетос. И тут уже, конечно, такой момент, тут я уже начал агриться, вон, смотрите, Зилонг оттачит меня, и урон вообще не проходит с его стороны, хотя у нас уровень равный. Тут я уже просто дразню его, думал с ним подраться, вот он бьет, и вообще ничего не происходит. Вообще убить не может на последних уровнях здоровья. Тут просто Мия подтягивается, они меня вдвоем уже забивают, кое-как с горем пополам. Если бы крылья сюда еще добавить, пипец. При добавлении крыльев он не то что... Крылья сами по себе уменьшают входящий урон на 20%, так они еще и вампиризм от навыков усиливают при низком уровне здоровья. Да, там перезарядочка, конечно, 60 секунд у крыльев. Срабатывают они не всегда, но в экстренной ситуации очень выручают. Особенно в толпе, работая вторым навыком, восстанавливает здоровье очень здорово. Его так-то убить сложно, еще он хилится, восстанавливает здоровье. Это просто нечто. Кто не играл за данного персонажа, кто видит его впервые, обязательно рекомендую попробовать. Персонаж просто бомбический. Для игры на ранге эпик и ниже просто огонь. Огонь перс. Друзья, не пожалеете. Так, тут что, Гвина забивает Пакито. Все у него выходит. Так, все, здесь сейчас чистим пачку крипов, смотрим карту обязательно, по лайнам вроде все спокойно, все вышки стоят, у врага первый контур лежит, в принципе уже у нас идет перефарм. Так, покупаю крылышки, чуть-чуть не успел за Зилонгом, смотрим карту всегда обязательно, нижняя линия вроде в порядке. На миду видим, крипы пошли к башне, Зилонг пошел также к башне, и Зилонг что-то тут походу решил удариться в сплит-пуш. Часто такое происходит, зелонги любят пушить башню, но благодаря своей скорости атаки у них это неплохо получается. Так, в принципе, идем неплохо. Сейчас будем пробовать пушить центр, но тут нам, по-моему, Ципа не даст. Ципа заберет сейчас у нас крипов, придется уйти. Смотрим на нижней линии, количество крипов вражеских превосходит наших. То есть и как вариант, неплохо будет сгонять на нижнюю линию, подчистить крипов, толкнуть линию. Глу сверху, Айдора, Лисунсин прижимает Мию. О, обратите внимание, как хилится. Восстанавливает здоровье. Было половина здоровья, один прокаст второго навыка полностью восстановился. Все это благодаря топору кровожадности. Вот здесь момент. Чудеса выживаемости. Зилонг бьет меня со всех сил, что у него есть мочи. Просто бьет. Просто и вообще ничего не происходит. Тут я, конечно, промазал сам вторым навыком. Навел его на автомате, не вручную. И мог бы Зилонга, конечно, добить. Но вот момент тоже, вот насчет живучести.
Даризло один из самых неубиваемых бойцов игры. Кто не пробовал, обязательно рекомендую попробовать. Просто бомбический перс. По навыкам. Первый навык — разлом. Увеличение скорости, то есть дополнительная мобильность. Урон через определенное время. Второй навык — тройной удар. С руки очень сильный. Ну а ульта — это ставит такую штуку, которая дает некий мини-контроль с уроном. То есть замедляет врагов, стягивает их к центру и сбивает навыки всякие разные. Типа как у Одетты, касты ульты, Фаши, касты ульты и всякие разные подобные вещи. Так, ну тут красивый момент. Братья Эпики бьют лорда. Лорд хорошенечко всёк Лисунсину, Лисунсин прилег отдохнуть. Бывает и такое. На Эпике играем. Чего только тут не увидишь. Люди так еще. То есть Эпик — это уровень, когда люди еще учатся играть. Так, сборочку можете взять на вооружение. Не говорю, что это сборочка имба, но на Эпике катать на ней неплохо. То есть я откатал каток 10, наверное, именно вот на этой сборке. Показала она себя, в принципе, неплохо. Выживаемость. Так, здесь на опережение брал с ульты, хотел Зелонга поймать, но Зелонг снес уже башню. То есть выживание у Таризлы использую за счет его пассивки, за счет крыльев королевы, за счет топора кровожадности. То есть пассивка плюс крылья королевы чуть ли не на 50% урон уменьшается. Ну, точно не знаю, не мерил, но как вы сами видите по ролику, по бою, перс просто неубиваемый. Так, ладно, друзья, тема такая. Микродонат, вопрос на микродонат. Кто первый напишет в комментариях, на сколько процентов максимум может уменьшиться урон, входящий по Таризле от пассивного навыка, благодаря пассивному навыку. Кто первый напишет количество уменьшения урона от пассивки, тот получит донат. Вот и все, вот и все. Так, ну вот такой моментик интересный здесь. Опять не убили. Причем Цыпа хотел меня добить, выскочил. Но люди просто не знают элементарные вещи, что никакие пробои, никакой чистый урон не поможет убить Таризлу на минималках. Чем больше бьет Таризлу, тем менее больно. Все, конец игры. Это ГГ. Надеюсь, видосик был полезным, друзья. Надеюсь, понравилось. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Кому что непонятно, вопросики, само собой, задавайте. Помогу, чем смогу. Так, все, тут у меня Эпик 4, полоса побед, 5 побед подряд, счет 7-3-10, золотишко, 9 единиц, ну и все, вот в общем сборочка. Собирался, сейчас у меня последний предмет, по-моему, там щит бессмертия и последняя кираса на магическую защиту. Всем удачи в игре, друзья, всем добра.